В Казахстане вновь ввели запрет на отстрел сайги. С 10 февраля любая охота на реликтовых антилоп будет вне закона. Отстрел сайгаков остановлен после консультации и обсуждения с отечественными учеными и международными экспертами. Плюс к этому в зимнее время возникли трудности по передвижению в степи, сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Насанбаев. Напомним, долгое время сохранялся запрет на отстрел. Но в последние годы численность резко возросла, и фермеры начали жаловаться на уничтожение посевов. С осени прошлого года разрешили так называемое регулирование, и вот вновь ввели запрет. Эксперты также объясняют это тем, что приближается АКОТ. По словам главы Минэкологии, только в 2025 году продолжится работа по регуляции численности сайгаков. Напомним, в Казахстане широко распространена незаконная добыча рогов этих животных. Силовики регулярно сообщают о задержаниях браконьеров, у которых изымают сотни рогов. Порошок из рогов сайги используется в китайской медицине как жаропонижающее, а также как средство от лихорадки и головной боли.